Итак, безопасность школьников обойдется региональной казне почти в 70 миллионов рублей. Это только те средства, которые направили на проведение антитеррористических мероприятий и обеспечение пожарной безопасности. Подготовка образовательных организаций к новому учебному году стала главной темой заседания антитеррористической комиссии. Возглавил ее губернатор области. Он распорядился принять дополнительные меры безопасности в преддверии Дня знаний. Я напомню, что в настоящее время на территории Ульяновской области осуществляет свою деятельность 776 образовательных организаций, которые отнесены к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Ульяновской области. И несмотря на то, что мы традиционно большое внимание уделяем безопасности образовательных организаций, сегодняшнее обсуждение, надеюсь, будет всем полезным. Как подтвердили в профильном ведомстве, все образовательные организации оснащены автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения. Все больше учебных заведений подключается к технической охране. 75% учреждений уже оборудованы так называемой тревожной кнопкой. Школы оснащены всеми наблюдениями. У нас беспокойство вызывает, к сожалению, только Павловский район. В Павловском районе 12 школ, из них только 4 оснащены системами видеонаблюдения. Я говорю только по школам. За сутки до начала учебного года проверят также инженерно-техническую укрепленность всех объектов образовательной сферы. Полицейские подтвердили готовность к преддверию Дню знаний.